Всем огромный привет! Сегодня решила сделать вот этот макияж с использованием палетки Nabla. Давайте посмотрим, как я его сделала. Так, в качестве базы нанесу кремовые тени Kiko. Сразу возьму кисточку, чтобы подтушевать их. В уголок опять не захожу. Там у нас будет цвет посветлее. Наношу на все подвижное, а на неподвижном мы подтушуем. Буду наносить сразу основной цвет, это вот этот. Плотная кисть, плоская. Можно было, в принципе, пальцы попробовать. И нанесу вот такой вот рядом стоящий переходной цвет складочку. И такой вот растушевочной набираю коричневый. Чем ближе вы держите кисть к ворсу, тем жестче будет тушевка. Чем дальше, тем будет она мягче. Хочу более интенсивного цвета вот здесь вот в уголке. И будем добавлять вот этот цвет сеньорита. Хочется как-то более интенсивно, наверное, чтобы яблочко выглядело, поэтому смешаю тот, который первый наносили мы, вот этот, и добавлю еще Rose Gold, вот этот. Но на этот раз наберу пальчиком, чтобы легло лучше и насыщеннее. Так, и сверху у нас остался уголок. Я хочу использовать, хоть тут тоже есть золото, но вот эта пупа, однушка, она более такая, не такое насыщенное золото. Просто если взять вот этот цвет из палетки, мы лучше его опустим. Сейчас покажу, какой он. То есть он вообще просто огонь, и его лучше, конечно, будет нанести вниз. А на верхний уголочек внутренний добавим, ну, более легкое. Смешаю, получается, вот эту однушечку пупа. И чуть ближе совсем в уголок вот этот первый оттенок, самый светлый из палетки. Сбрызну фикс плюсом, наверное, будет более насыщенно. И теперь вот этот светлый из палетки в самый-самый уголочек. Возьму поменьше еще кисть. Так, и приступим к нижнему веку. На нижнее веко я придумала нанести два карандаша. Это Cargo, такой достаточно темный, интересный цвет. И Каял Лилу, он с фиолетовым подтоном, тоже будет достаточно интересно. Сначала проходимся Cargo, так как он более прозрачный, а Лилу будем углублять. Его растушевывать нужно очень быстро, он очень быстро схватывается. И теперь Лилу продублируем. Я захожу прямо на стизистую, чтобы вот не было этих просветов.
чуть-чуть им захожу в уголок, чтобы соединить. Теперь сразу прорисую слизистую карандашом, нижнюю слизистую карандашом NYX, какой-то вот он такой бронзово-золотистый. Буду поочередно набирать вот этот цвет и вот этот, который у нас присутствовал на верхнем веке. И введу в кожу вот этим серо-коричневым. И теперь на нижнее веко смешаю вот этот цвет вместе с золотом. И добавим немножко вот этого вот интересного глиттера. Только нужна будет жесткая кисть. Добавим глубины самым темным цветом в палетке коричневой. И соединим нижнее и верхнее веко. И на верхнюю слизистую Urban Decay черный. Ну, осталось мне завить ресницы и накрасить их. Тушь сегодня возьму Too Faced, пробничек. Сейчас тогда закончу второй глаз и вернусь к вам обратно. Таким вот получился мой макияж с палеткой от Nabla. Я очень довольна результатом, так как мне кажется, что с этими тенями, ну, любая девушка сможет сделать себе какой-то яркий праздничный макияж, используя всего там 3 оттенка. Какой-то интересный цвет, который вам понравится на все веко в качестве основного цвета. Для того, чтобы затемнить уголок, есть несколько вариантов. И чтобы высветлить уголок внутренний, тоже есть несколько интересных вариантов. Прокрасить ресницы слизистую и вуаля, интересный, красивый макияж глаз готов. В моем исполнении получился немножко такой... Ну, я бы не сказала, что он совсем не носибельный, потому что я частенько делаю такие макияжи интересные людям, которые идут на какие-либо мероприятия. Используя ресницы накладные, глаза становятся просто вообще бомба. Ну, я опять-таки, как всегда, ленюсь их клеить себе. Мне как бы и своих не особо там. Но лень есть лень. Вот, так что да, немного осыпались тени, но это связано с тем, что я использовала вот этот вот крайний, про который я вам рассказывала, что он как глиттер прессованный, и все-таки я не могла пальцем залезть в нижний уголочек, вот этот внутренний, поэтому мне пришлось использовать кисть, и все-таки парочку вот этих... пигментиков маленьких остались у меня под глазами, поэтому я почистила все. Это не заняло у меня много времени и труда, поэтому ничего сложного я не вижу для того, чтобы немножко убрать. А остальные цвета все хорошо кремово наносятся и отлично передают свой цвет. Такой вот получился мой макияж. Надеюсь, вам понравилось. И пишите в комментариях, как вам.